M1 Global presents. И мы находимся в Сочи на турнире M1 Challenge 62. И рядом со мной руководитель клуба Fighting Eagle Гаджимурат Караев. Гаджи, расскажи, сегодня выступал твой боец Курбанали Абдусаламов. Что можешь сказать об его выступлении? Все ли ему удалось? Рад ли и ты? Здравствуйте, добрый вечер. Курбанали сегодня показал зрелищный, достойный бой с очень серьезным оппонентом в лице Ли Моррисона, у которого за плечами огромное количество боев и в Соединенных Штатах Америки, в России он топовых бойцов побеждал. Так что для нас это большой бой, и эта победа очень сильно мотивирует на дальнейшие успехи. А когда видишь для него следующий бой, когда он может пройти, через какое время? Ну, во-первых, это будет решать руководство лиги. Во-вторых, мы, наверное, где-то в начале 2016 года уже будем готовы сразиться с новым оппонентом. Расскажи, также ты управляешь делами многих бойцов, в том числе Алексей Махно там, и все практически бойцы клуба «Единоборств» номер один. Расскажи, для них уже есть ли какие-то для того же Алексея, когда он может в следующий раз выйти на ринг? Да, я с недавних пор являюсь менеджером клуба номер один. Меня пригласил Руслан Васильевич Сулейманов поработать с их ребятами. Отличный состав, отличная команда, тренер, руководитель, у них все на отличном уровне. И вот сейчас продвигаем, если по линии М1 брать, это Алексей Махно. У него на данный момент две победы серьезные. Следующий бой намечается на следующем турнире М1. Опять-таки мы не можем разглашать, потому что нет официально заявленного турнира. И на этом турнире, на следующем турнире вы опять увидите Алексея во всей красе. И будем надеяться на его победу. Расскажи, кто еще из хасавюртовских ребят может показать в следующих боях? Так, в следующих боях. Ну, совсем недавно у нас победу в Ингушетии одержал Рустам Гаджиев. Мы планировали возвращение Хабиба Исаева, который год назад выступал против казахского бойца на юбилейном М1. Но у него серьезная травма, он пока что выбыл из процесса тренировок. Но я думаю, это будет Залимбек Омаров или, возможно, Курбан Ибрагимов. Ну, они на очереди просят бои, наверное, буду их продвигать. Спасибо за интервью. В заключение такой вопрос. С одной стороны, очень широкий, а с другой стороны, очень важный. Вот многие спортсмены, которые начинающие, выбирают и менеджера, и клуб для тренировок. Как посоветуешь им поступать, как находить и как тренироваться? Как вот встать на путь профессионального спортсмена? Я хочу посоветовать каждому бойцу, наверное, начинающему свою карьеру, максимально придерживаться своего кемпа, своего менеджера, своего тренера. Но если он как-то не справляется на данный момент со своими обязанностями менеджера или тренера, или руководителя, то, наверное, как-то более дипломатически надо разорвать отношения и всегда помнить о нем. И помнить, что, возможно, жизнь тебя вернет обратно на круги своя, и ты, возможно, начнешь подниматься заново с этим человеком. Это жизнь. Я считаю, что надо правильно поступать в жизни с людьми. Спасибо большое. Спасибо большое вам.